Я кошелек нашел. Я нашел кошелечек. Первый раз. За 3 года я первый раз нашел кошелек. Блин, реально, сейчас покажу, я вам все покажу. Значит, такой прикол, проходит у меня 28 сигнал. Я подкапываю, вот так вот чпох лопатой, чпоньк, вываливается какая-то фигня. Я думал, это листик какой-то, ну или кожа кусок, не могу понять. Беру, а там, смотрите, друзья, не знаю, что за монета. Смотрите, вот это да, кошелек, видели монеты? Кошелек, мой первый кошелек. И самый прикол, друзья, вот что, блин, вот обещаемо, вот честно говорю, вот честно, только приехал в лес, первый сигнал, это был первый сигнал на сегодня, первый самый сигнал, я шел вообще туда, вот шел к болоту туда, где всегда хожу, копаю, блин, шел просто с металлоискателем, махал, блин, пока до болота дойду. Вдруг сигнал, 28-й, был 28-й сигнал, четкий 28-й сигнал, думал, пробка. Я был уверен, что пробка, блин, извините, я забыл поздороваться. Ребята, всем привет, вы на канале В поиске, Влада с Серегой. Где? Сейчас поставлю камеры, и мы будем аккуратно смотреть, что там за монеты лежат. Сейчас поставлю камеру, установлю. Вторую камеру достану. Что-то тут немножко разорался в лесу. Так, уже минут 15 прошло, пока я тут все подготовился, позвонил жене, уже доложил, что нашел кошелек. Смотрите, поставил камеру, все, она уже снимает меня. Сейчас будем смотреть, что за монета. Вижу, что, конечно, советские, но все равно, блин, рука трясется, трындец. Такого, честно говоря, еще не подымал ни разу. Давайте смотреть. Так, триндель, 3 копейки. Блин, прикольно. Прикольно, что кошелек так приятно. 3 копейки. Так, тоже трешка. Да, трешка. Так, еще одна 3 копейки, да? Да, тоже 3 копейки. 3 трешки уже. О, какая красота, ё-моё, смотрите. Ой, смотрите сюда. Смотрите, как они в стопке лежат. Стопочкой. А, на камеру не показал. Вот сюда, вот кошелек. Давайте смотреть. Не понял, серебруха лежит. Смотрите, серебруха. Не понял, откуда здесь серебруха взялась. Так, подождите. Блин, ну реально серебруха, откуда среди советских монет серебро взялось? Солдат таскал. 100%. Должны быть, значит, 40-е годы. Да. Должны быть 40-е годы. 1940-й вижу. Да, это солдатский кошелек. Солдатский. Друзья, честно говорю, что я ничего не подкладывал. Ничего не подкладывал. Откуда здесь царская монета, мне тяжело понять. Но факт, что это царек. Года я не вижу. Это серебруха стопудово. Перчатку даже не пожалею для такого дела. Серебро. Самое главное, что серебро одно есть. Смотрите, какое оно все грязное. Опа. 1907 год. 10 копеек. Офигеть, какой сохранчик, смотрите. Офигеть, какой сохран. Просто убойный. Да, сохран просто мега улетный. Обалдеть. Вот эта монета, это не полевая. Это лесная находка. 1940 тоже. 240 года. Это не вижу пока. Не вижу. Пока не вижу. 40-й тоже, нифига себе, 1 года. Похоже, зарплату солдатам выдавали из-под станка. Точно говорю, из-под станка 1 года выпуска все. Все 1 года выпуска. 40-й. 3-й, 4-й, 40-й. Ну, не удивлюсь, это будет 40-й. Тоже 40-й. Все 5 монет 40-го года, смотрите. А двушки? 40-й. Двушка тоже 40-й. Еще одна двушка тоже 40-й. Прикол, что все монеты оказались 1940 года выпуска. Смотрите. Все 1940. И двушки тоже 40-го. И одна главная. 10 копеек 1907. Царская. Вообще царская монета. Вот такой вот кошелечек. А где он сам-то есть? Вот он. Вот он кошелек, смотрите. Я надеюсь, что кто-то по войне копает и такие вещи уже находил. Наверное, знаешь, что такие кошельки солдатские, да, были. Потому что я лично
Смотрите, смотрите, отпечатки остались. О, видите? Видите, какие отпечатки от монет? Видно. Вот так вот. Всем спасибо, друзья. Вы были на канале «В поиске Клара с Серегой». Сегодня было просто суперкоп. До новых встреч.